Здравствуйте, мои дорогие друзья и гости канала. Хочу пересадить спатифилум. Купила грунт по доставке. Потому что очень портятся листья. Только начинают вылезать и уже с черными такими вот штуками. Вот что такое? Только листик молодой разворачивается, и уже вот такое дело. Ну, это понятно, значит, что-то с грунтом. Вода у нас очень жесткая. Поливаю я простой водой отстоянной, водопроводной. Здесь вот эти вот три кустика. Причем один вообще в ужасном состоянии. Второй тоже как бы ой-ой-ой, не очень. А третий, как бы вот, листья тоже портятся местами. Хотя молодые листья хорошие вылезают. И сегодня заметила, он цвести собрался, этот кустик. Ну, прелесть же какая. Сидят-то в одной земле. Я понимаю, земля от жесткой воды, она уже засолилась. Вон. Сверху покрыто вот таким налетом белым. И поэтому и листья не растут нормальные. То есть надо пересадить. Второй растет вот в небольшом горшке относительно размеров. Это высокорослый сорт спатифилума. Но у него получше. У него листья неплохие, и он тоже вот зацвел недавно. Какое-то здесь повреждение. Не знаю, что это такое, почему. С этой стороны я обычно никогда не пересаживаю растения во время цветения. Но с другой стороны, этот-то кустик, да, цветет, а вот эти два пропадают. Я просто ждала, хотя бы думаю, пусть в феврале попересажу. Но сейчас земля есть, почему бы не пересадить. Но сначала подготовительная работа. Я любой грунт сейчас пропариваю в микроволновке. Просто насыпаю в миску грунт из пакета. Немножко наливаю водички, чтобы он не просто прогревался, а чтобы пропарился хорошо. Потом его ставлю на лоджию остывать. И после этого он готов к использованию. Почему стала пропаривать? Да все очень просто. Пропариваю, потому что червяки попадались, личинки майского жука и мошки. Часто очень мошки бывают. Как бы в самом грунте вроде мошек никаких нет, но есть их яйца. И потом они начинают вылупляться, и пошло-поехало. Так что занимаюсь вот этими делами. Ну, это в кухне у меня. Я уже показывала свой стеллажик. Первые расцветающие фиалочки. Вот самая быстроиграющая. Начинают зацветать. Шум прибавился. Думаю, господи, что это такое? Микроволновка гудит, еще и вот это дело. Пылесосик мой пришел сюда. Был в гостиной. Отправила его опять в гостиную. Пусть там хорошо поработает. Мне еще нужно обязательно пересадить алоказию. Тесно этим кустиком. Вот во что превратилось материнское растение. Всего один лист. И тот несчастный. Ну, а второй отличный. Пышный. Пересадка нужна.
Ну и обязательно пересадить, рассадить, разделить. Вот эти стрептокарпусы мои, они загущены до предела. И надо их обязательно тоже пересадить. Они были сильно повреждены клещами и трипсами. Ну, а сейчас пошло много молодой поросли, молодых листьев. Надо пересаживать. Короче, начинаются весенние хлопоты. Но пока подготавливаю грунт, потом займусь пересадками. А у нас второй день дожди. Мокро. Весь снег растаял. Спасибо за просмотр. Всего вам самого доброго.